Не случайно многие женщины говорят, стоит мне надеть на себя яркие цветы, моя жизнь становится ярче. Дорогие друзья, выбор Надежды Исайкиной сегодня специальное предложение сегодняшнего дня. Костюм в восточном стиле. Встречайте, восточный Тиеста, 1999 рублей. Ну что ж, пойдемте на подиум, потанцуем немного. Хопс. Так, все, Лали, девчонки, у вас уже двое. Давайте покажем все, на что способен наш восточный комплект. Комплект под названием «Восточная сиеста». Итак, у нас есть два цвета. Лали выбирает более темный, а мне более светлый. Озвучь, пожалуйста. Итак, Лали выбирает синий с коралловыми оттенками. Обращаем внимание, что модный цвет, красный цвет, фаворит 2016 года. Яркие цвета всегда делали образ женщины намного ярче. Если вы предпочитаете насыщенные оттенки в вашем гардеробе, ваша жизнь становится ярче. Внесите яркость. Костюм «Восточная сиеста», сапфировый фон и яркий коралловый рисунок. Ну а наша Наденька выбирает сегодня для себя синий с бежевой текстурой. Как идеально подходит для нежных блондинок. Если у вас песочный цвет волос, идеально будет сочетаться с песочными пейсли, ведь это любимый принт наших женщин. Да, кстати, пейсли здесь очень к месту. Это действительно восточная тематика. Название соответствующее. «Восточная сиеста». Цена сегодня спецпредложение 1999 рублей. Так, друзья, сейчас, внимание, почему этот костюм стал нашим спецпредложением? Потому что, когда он в первый раз был представлен, 109 костюмов разлетелись за 5 минут. Кстати, Ксюша-то выбирает у нас только одну часть. Давай, Наденька, я хочу пояснить, почему сегодня костюм «Восточная сиеста» заслужил вашу любовь. Во-первых, вы выбираете сразу две любимые базовые вещи. Это блузон, который можете сочетать не только с брюками от костюма, но еще и с юбками и с совершенно другими брюками. Наша модель Ксения выбирает сегодня для себя брюки Селеста сапфирового цвета и кардиган Мирабелла. Вот так, элегантно выглядит. Вы можете отправиться на работу, на деловую встречу. Помните о том, что костюм всегда покупать выгоднее. Ну а сейчас давайте поговорим о качестве. Очень часто вы звоните нам в студию и задаете главный вопрос. Девочки, как мне понравилась эта вещь, но как я буду себя в ней чувствовать? Я не раз говорила о том, что сегодня появились ткани нового поколения. А значит, эти ткани гораздо дольше будут жить, вы можете их дольше носить. Ну и они не пострадают при уходе. Сейчас я хочу поговорить с вами о декоративной вискозе. Поэтому вы видите сами, что цена за этот костюм как за одну вещь. Мягкая ткань, точно такая же нежная и с прохладой, да, подарит вам ощущение комфорта и нежности. Согласитесь, комфорт летом никто не отменял. Надеж, я обращаю внимание на зону качелей. Смотри, как оригинально выглядит блуза. А ведь это еще один вариант поиграть с воротниковой зоной. Смотрите, что происходит. Мы натягиваем воротниковую зону, и она уже не качели, а лодочка. Мне сейчас поможет Лали, и мы посмотрим на нашу модель. Костюм «Восточная сиеста» изменит вашу жизнь к лучшему. Да, действительно, потому что у нас уже совершенно поднялось настроение и изменились планы на этот день. Потому что когда у вас есть такой удобный, комфортный, красивый костюм, вы наверняка захотите его прогулять, вы наверняка захотите отправиться в нем на прогулку, в парк, на работу, потому что, как сказала Света, она абсолютно права, это удобный костюм. Ну и плюс ко всему нарядный. И я знаю, что Надя любит современную молодежную одежду, но, конечно же, выбирает комфорт. Посмотрите, как ваше тело будет дышать, как вы будете двигаться, никаких скованных движений. И я хочу сейчас поговорить с вами еще и о главном моменте. Посадка брюк, это очень важно, особенно летом. Ой, очень комфортная посадка, я тебя могу сказать. Ты знаешь, Свет, мы первый раз, когда делали презентацию, я показывала вот такую штуку. Посмотрите, сколько здесь места. Здесь реально, если есть, я могу шире открыть. Просто, мне кажется, это будет уже не телевизионный формат. Но на самом деле, если у вас большой животик, вы полюбуйтесь, насколько эти брюки неприхотливы. Света, скажи, почему они такие эластичные? Еще раз, Надя, хочется обратить внимание на ткань. Это декоративное вискозное полотно. Сама по себе ткань эластична, она тянется. Ну, а главный секрет вашего комфорта в зоне талии, это, конечно же, посадка за счет эластичной ленты. Вы знаете, я обожаю, когда брюки не сковывают нас, когда мы можем присесть, отдохнуть. И причем вещь ведет себя также грамотно. Я обращала внимание на то, что летом мы не любим с вами проводить много времени за глажкой, стиркой. Поэтому сразу хочу сказать, декоративное вискозное полотно не только легко стирается, его можно еще и не гладить.